решением Волгоградской областной, тогда еще не Дума была, а, наверное, Совет был народных депутатов, да, вот, было передано в лоно Волгоградской епархии 4 монастыря. Спасо-Преображенский, Смирницкий монастырь, Дубовский, Вознесенский монастырь, Кременско-Вознесенский монастырь и Каменно-Вроцкий Свято-Троицкий монастырь. Тогда, я думаю, это событие и начиналось. Владыка Германом здесь послано было несколько молодых людей, именно, вот, наверное, вашего возраста такого, у которых не было ни жизненного опыта, ни опыта житейского такого, именно практического опыта не было. Но вот они прибыли сюда и начали восстанавливать этот монастырь. Трудно было, трудно. Хотя монастырь был женский, но тогда владыка Герман, архиепископ Волгоградский Камышлинский, решил, что именно монастырь должен быть мужским. Что они смогли сделали? Им надо сказать большое спасибо, что они смогли именно сохранить этот храм, который стоит сейчас, да, ибо они покрыли крышу, сделали полы, потому что, когда я помню сам, когда приезжал сюда, удивлялся, думаю, Господи, когда же мы сможем вот так пройти по храму, потому что там была огромная дыра, мы сейчас, вы даже и не представляете, что там было. Ну вот так вот Господь рядил, что через какое-то время, практически через 12 лет, я думаю, так, да, потихонечку этот храм Казанской иконы Божией Матери был восстановлен. Этот храм строилась игумена Арсения, сама Серебрякова. Вот, нижний храм был назван в честь ее покровителя духовного, преподобного Арсения Великого. А верхний храм, где мы сегодня совершали божественное всеночное бдение, был назван в честь Казанской иконы Божией Матери. Вот. Конечно, годы вот такого безбожия, они как-то прокатились так катком по монастырю. Трудно здесь было. Мы знаем также, что во время Великой Отечественной войны была делегация с просьбой именно к советскому правительству, чтобы монастырь был открыт, но советское правительство не согласилось. Открыли только храм в самом городе Серафимовиче, здесь монастырь не открыли. Хотя сестры монастыря жили здесь, при храме, составляли общину этого храма, Воскресенского храма. Вот. Ну вот и последние сестры, они уже скончались в конце 80-х годов, вот, и в начале 90-х. Слава Богу, что некоторое время назад, 2 года назад, мы смогли перенести останки сестер с кладбища с города Серафимовича сюда, в монастырь. То есть сестры вернулись, я так считаю, к себе обратно домой, в монастырь. Это, конечно, для монастыря очень такое отрадное событие. И сегодняшнее, наверное, событие, оно вот как раз и, наверное, является неким итогом таким вот нашей жизни. 25-летие Волгоградской митрополии в этом году исполнилось, 25 лет Волгоградской митрополии, 25 лет нашему духовному образованию. 24 ноября 1991 года как раз и открылось духовное училище, Волгоградское духовное училище. Вот. То есть этот год он особенно такой, символичный. И очень отрадно, что в этом году началось восстановление храма, соборного храма Александра Невского, вот, святого благоверного князя Александра Невского в городе Волгограде. И, конечно, итогом, я думаю, вот то, что вот мы сегодня с вами присутствуем при таком, наверное, очень важном эпохальном событии. Это именно прославление в лике местно чтимых святых игумени Арсения. Это, я думаю, наверное, таким является, конечно, неким итогом вот это 25-летие нашей вот именно митрополии. И, конечно, в этом огромная заслуга это митрополит Волгоградского и Камышлинского Германа, который будет завтра возглавлять божественную литургию. Ибо его трудами это все здесь и делалось, и восстанавливалось. И владыка благословил именно более такую подготовленную сестринскую общину во главе с монахиней Георгией, тогда монахиней Георгией Боровик, сейчас она игуменя, да, именно восстанавливать этот монастырь. И что мы видим итогом? Мы видим, как монастырь вот выглядит сейчас, да,
Это огромная, конечно, для нас радость сегодняшнее событие. Спасибо. Мы очень давно ездим в монастырь, и вот у нас такой великий праздник. Мы приехали разделить эту радость и прославить мачку игумени Арсения. Конечно, перед праздником, именно вот перед самим в праздник, да, такие чувства вначале довольно тихие такие, какие-то вот благодать такая вот, она еще пока что предпраздничная. И, конечно, сейчас прям ликование такое души происходит, то есть чувствуется вот такой дух, вот именно прославление, то, что это такой великий единичный праздник, да, такое бывает раз там, во сколько лет, да, впервые мы бываем, и вот именно что вот первый раз, это вот очень сильное ликование, благодать большая, очень большая, великая радость. Конечно, и в каких-то вот, когда еще маточка не была прославлена, вот, и каких-то бытовых вопросах, и в каких-то вот таких каких-то терзаниях мы обращались к ней за помощью и получали помощь. Вот. И да. Я учусь в медицинском университете сейчас, и какие-то возникают проблемы, бывают в университете. И я обращаюсь к матушке Арсении, и у меня приходит вот помощь, то есть у меня нормализуется там что-то в учебе, лучше получается делать там пары, да, готовиться к парам. И во всех вопросах, не только что касается учебы, это у меня лично вот в моей жизни, у сестры произошло вот случай исцеления, она серьезно болела, и мы приехали сюда, и она приложилась к камушку, и после этого у нее пошло, она пошла на поправку, и сразу узнали диагноз, и назначили правильное лечение. После этого она выздоровела, спустя там она болела очень долго, то есть после этого сразу же она выздоровела, слава Богу. Нужно бояться, что если душа идет к Богу, что если что-то хочется спросить, попробовать, то ни в коем случае этого не стоит бояться, этого ничего страшного не будет. И когда ты первый раз молишься, первый раз что-то просишь у Господа или у святых, то ты понимаешь, что это действительно работает, что все получается. И тогда такая великая благодарность остается на душе. И ты живешь в радости и в благополучии с Господом, и уже самому хочется и ходить в храм, и посещать богослужения, и все складывается по-другому в жизни. Я вот хотела еще сказать, что открывается, вот когда в православие приходишь, то открывается новый мир вообще, который несравним с тем, что было до православия. Вообще просто неописуемый такой мир, вот как будто ты где-то на другой планете. То есть и вот службы, это очень красивые службы, когда вот живешь вот этим, то входишь в это, в этот процесс, и потом оттуда на всю жизнь. Мы очень счастливы и благодарны Богу за то, что все так складывается, и мы очень рады, что в нашей жизни есть монастырь, матушка игумени Арсения, и вот, да, мы только благодарности. Да, это просто очень большая радость, я каждый день благодарю Господа вот за то, что вот у меня вот лично в жизни появилась и вот такая святая, и за то, что вот такие заступники, сильные заступники, к которым нужно обращаться каждый день, и действительно вот приходит помощь. По их молитвам просто большая
области первый раз такое событие. Оно очень значимо, так как казаки люди православные. Для казаков это одно из самых важных событий в этом году. Никак не могли казаки в городской области все остаться в стороне от этого события. Поучаствовать и в охране общественного порядка, и помолиться в храме. Что это появилась святая именно в Волгоградской области, именно основательница монастыря, наверное, на тот момент самого главного монастыря в нашей области. И на данный момент этот монастырь, так же как и храм, очень играет большую роль в жизни Волгоградской области, жителей Волгоградской области, не только казаков, но и всех жителей. Казаки сюда очень часто приезжают помолиться в храм. Здесь есть свои святыни, также есть камень внизу, святыня большая, куда казаки постоянно ходят и приезжают. Еще
Ну, вон там через Сверху-то причащение. А раз не пускают? Пока не пускают. Уважаю. Вот Вика, представляете, сколько матч Арсения собрала? Все, здорово. Все, никого сейчас не пускаем, сейчас проходит. И все
спаси нашу, пришедший спасти мир. Yeah.
Господи, 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 Господ
подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу. Преосвященнейшего епископа Троицкого.
канонизации святых относительно поступившего ходатайства архиерейского совета Волгоградской митрополии о канонизации великих местно чтимых святых игумени Арсения Цивлякова. Народное почитание игумени Арсения началось сразу после его чина. Уже через несколько лет начались издания его писем, которые продолжаются по сей день. Множество паломников посещают усть-Небельскую обитель. Многие педагоги обращаются к жизни и к учению игумени Арсения в поисках примеров для воспитания детей и юношей. Сестры обители свидетельствуют о помощи игумени Арсения в их послушании и молитве. Собрано около 150 рассказов паломников о благодатной помощи игумени Арсения. Епархиальная комиссия исследовала случаи исцеления от болезней, которые произошли после молитвы на крещении. Наиболее часто встречается свидетельство об исцелении женщин от бесплодия. Описано 65 случаев исцеления, ряд из которых признаны врачами невозможными при помощи современных средств медицины. Постановили причислить к лику святых для местного почитания Волгоградской митрополии игумени Арсения Цивлякова. Второе. Память преподобной Арсении игумени усть-Медведицкой совершает 21 июля по старому стилю и 3 августа по новому стилю день ее представления по Господу. Третье. Честные остатки преподобной Арсении в случае их обретения считать святыми мощами и воздать им достойное почитание. Четвертое. Писать новопрославленную святую икону для поклонения согласно определению седьмого Вселенского собора. Житие преподобной матери нашей Арсении игумени усть-Медведицкой. Анна Цивлякова родилась 3 июля 1833 года в семье помещика Михаила Васильевича Цивлякова в его имении в Слободе Серова усть-Медведицкого округа. Она получила прекрасное домашнее образование, была красива, умна, искусно вышивала и рисовала, писала красками и пела. Анна с юности решила посвятить свою жизнь Богу, будучи 17-летней девушкой. Она избрала для себя путь монашества и пришла в усть-Медведицкую Спасо-Преображенскую обитель. Через 4 года послушница Анна была пострижена при соборе с именем Арсении, а еще через 5 лет матерью. Несмотря на молодые годы, монахиня Арсения выполняла ответственное послушание для значения монастыря. На 31-м году ее жизни архиепископ Донского Черкасский Иоанн посвятил ее в сан игумени. За время управления игумени Арсении усть-Медведицкий монастырь преобразился. В 1867 году было основано четырехклассное училище для девочек, при котором была открыта школа живописи и собрана библиотека. Все донские архипастыри глубоко уважали игумени Арсению и искали ее совета. В 1871 по 85-м годам помещение имени Арсения в монастыре был построен храм во имя Казанской иконы Божией Матери. Преподобная Арсения вела подвижнический образ жизни, много времени проводила в молитве и носила на теле вериги. После ее смерти они вместе с другими вещами матушки были помещены в лестнице. Вскоре с помощницами ею был заложен пещерный комплекс по образцу Ивы Печерской лавры. В этих пещерах игумени хотела принять скину, заключиться в затвор, но ни один из архипастрей дома не отпустил преподобный Арсению на покой.
находя ее управление обителью образцовым. До нашего времени дошла главная святыня этих вещей тканей, которая сохранила отпечатки коленей и ладоней подвижницы. Матушка Арсения вела активную переписку с духовной семьей святителя Игнатия Величининова. Она писала и о собственном монастыре, делилась своим богатым духовным опытом. Поучение преподобной Арсении содержится в книге «Путь немечтательного делания», изданный в 1999 году. Летом 1905 года игуменья Арсения совершала паломничество к мощам недавно прославленного преподобного Серафима Саровского. В Саване на Богоборье 21 июля 1905 года в 11 часу ночи на 73-м году жизни игуменья Арсения скончалась. Ее тело было доставлено в родной монастырь и погребено в склепе в нижнем храме преподобной Арсении. Народное почитание имени Арсении началось после ее кончины. Уже через несколько лет начались издания ее писем, которые продолжаются и по сей день. Пусть Медведицкий монастырь пережил гражданскую войну и первые послереволюционные годы и был закрыт только в 1929 году. Восстановление монастыря началось в 1991 году по благословению высокопреосвященнейшего митрополита Германа. Начался сбор документов о жизни игумени Арсении. Матушке Арсении посвящены многочисленные публикации в средствах массовой информации. Многие педагоги обращаются к жизни и поучению матушки Арсении в поисках примеров для воспитания детей и юношества. Школьники пишут сочинения, доклады о ее жизни. Дни ее памяти, день кончины 3 августа и день ангела 21 мая собирают множество паломников. Господь прославил свою угодницу обильными чудотворениями, и епархиальная комиссия под председательством преосвященнейшего епископа Елисея исследовала 142 свидетельства, собранных за десятилетний срок. Больше всего сообщений, 65, поступило о благополучном даровании детей и женщинам, страдающим бесплодием. Жительница города Суровикино Волгоградской области Татьяна исцелилась от крупной кисты в носу, оказавшись после операции, приехав помолиться в монастырь. Родители Софии из Московской области, страдавшие тяжелым остеомиелитом, несколько раз привозили ее водитель. Девочка полностью выздоровела, хотя при обычном лечении должна была остаться хромой всю жизнь. Другая девочка из поселка Коронище Волгоградской области Полина без операции исцелилась от порока сердца. За нее в монастыре молились мамы и бабушки. Также от серьезного порока сердца был исцелен подросток Алексей из города Серафимовича. Одна из послушниц монастыря получила исцеление от тяжких последствий неудачных произведенных грехов. Это только небольшая часть чудес, проистекающих по воле Божией преобращение верующих преподобной Арсении. И я же молитвами, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
Он же
свое. И если нужно встретить жениху, пять же белых мудрых и пять юродивых. Юродивые же приемче светильники свое, не взяши с собою ее. Мудрые же прияши ели сосуды, со светильники своими.
приходите. Благодарение святых Божий.
меня, Господи. Помяни и прими всех имени Господи сослужащих. Помяни, Господи. Здравствуй, уважаемый Господи, потому что ты не нравился. Братья. Всех молящихся.
нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и господина Высокопреосвященнейшего Юстиниана, архиепископа Елестинского и Калмыцкого, и господина Преосвященнейшего Карасия, епископа Балашовского и Артещевского, господина Преосвященнейшего Елисея, епископа Урюпинского и Новоаннинского, господина Преосвященнейшего Иоанна, епископа Калачевского и Паласовского, господина Преосвященного Сергия, епископа Борисоглебского и Бутурлиновского, да помянет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Thank you.
Дай динамы свиньёвы.
меня прия вас, по обрати нас молящимися. Здравым, долго верствующая, право праведное.
Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Молимся. Святая, святая.
основанное в середине 15 века. С тех пор стоит здесь эта обитель. Она была основана некогда как мужская. Это был маленький монастырь, в котором монахи молились за казаков, а престарелые воины оставались на покое в молитве к Богу. В конце 18 века в годы монастырской реформы царицы Екатерины обитель вместе со многими другими небольшими обителями нашей земли была закрыта, но стараниями Всевеликого войска Господа она была вскоре возрождена уже как женская. И с тех пор, с конца 18 века в этой обители собираются женщин для молитвы Богу, для служения Пресвятой Богородицы. И обитель пережила и годы расцвета, и годы лиховетия. Храмы были разрушены, осквернены, но вот сейчас мы видим, как снова они возродились в былом величии, и как множество людей, тысячи и тысячи паломников, собираются здесь, в этом монастыре. Чего же ищут люди, собираясь в таких местах? Каждый раз, когда мы приезжаем сюда, мы испытываем здесь какую-то особенную радость, тихую радость, но которая наполняет все человеческое сердце. И хочется вновь и вновь побывать в таком месте, которое, как мы действительно это чувствуем, не можем рассказать всем, проникнуто благодатью Божьей. Но с точки зрения мира, который лежит вместе стен обители, что такое у нас мир? Очень многие люди думают, что это вот люди, мужчины или женщины, которые потерпели какую-то неудачу в жизни, что они собираются здесь, только и делают, что грустят и плачут. Потому что люди не представляют себе, какие могут быть радости в жизни, кроме тех шумных и греховных радостей большого мира. Но, как и многие другие собравшиеся здесь, я могу засвидетельствовать о том, что каждый раз, когда приезжаешь сюда и общаешься с сестрами, когда смотришь на их светлые лица, то видишь на их лицах не скорбь и тоску, но видишь радость. Какая же радость наполняет сердца и сестер обители, и братьев многочисленных монастырей, расположенных по всему лицу нашей земли, и всех паломников, которые прикасаются к этим святыням. Конечно, это радость божественной любви. Так, божественная любовь, которая зарождается в недрах Святой Троицы, которая преизобильно изливается на весь мир, творяя, совершенствуя, украшая. Та божественная любовь, которая вызвала из небытия к бытию самое совершенное творение в мире. Человек, одаренного разумом, одаренного свободной волей, одаренного бессмертной душой, которая может познавать своего Отца. И вот душу каждого человека Господь сделал сосудом, и человек ищет, чем наполнить этот сосуд. К сожалению, очень многие пытаются наполнить свои сосуды греховными удовольствиями, суетой, погоней за сиюминутными наслаждениями, которые в конечном итоге оборачиваются только бедой, только скорбями. Но единственное, чем человек может наполнить свою душу, это любовь. Мы так вроде бы часто слышим и в мире это слово «любовь». Но, к сожалению, в мире оно часто означает совсем
такие древние монстры, которые мы испытывали. Ну а подлинные люди нам говорит Господь Иисус Христос и объясняет нам разбивать любовь. Он явил нам ее, объясняет нам эти любовь святые апостолы. У святого апостола Павла есть великолепные слова им любви, которым он говорит о истине, настоящем, и говорит, что эта любовь дороже всех сокровищ мира, и что если у нас есть и познание, и вера, и различные дары, то все это ничто, если у нас нет любви. Ведь если я говорю языками человеческими и ангельскими, говорит нам святой апостол Павел, то я не ценящий и тем более знающий. Потому что действительно, даже если человек говорит о том, что он верит в Бога, но не наполняет свою душу любовью, когда он наполняет свою жизнь каким-то исполнением мелочных предписаний, услаждением себя церковными разнообразными художествами, но не замечает часто, что рядом с ним страдают его ближние. И получается, что жизнь его пуста, и она действительно звенит и гремит, потому что как бы громко не гремели всевозможные медные инструменты, о которых говорит нам святой апостол Павел, они пусты, у них нет души, они не наполнены. И вот задача человека — наполнить свою душу любовью, той истиной, совершенной любовью, которую нам явил Господь Иисус Христос. Как Он возлюбил нас? Он возлюбил нас даже до смерти и смерти креста. И мы носим на себе у самого сердца нашего символ креста любви Божьей к нам, для того, чтобы всегда иметь перед собой это воспоминание. Святой апостол Павел говорит нам, что истинная любовь, долготерпение, милосердие не ищет своего, все покрывает, все терпит, на все надеется. Эта любовь не эгоистичная, не себелюбивая. Она действительно приводит к тому, что человек жертвует себя другим людям. И вот такую любовь являют нам святые. И вот мы сегодня в таком множестве собрались здесь для прославления. И одно из игумений этой обители, которая прославилась и которая сделала этой обители больше, чем другие, игумени Арсений. Да, уже больше века прошло со времени ее кончины, но мы помним, и вот сейчас настал этот знаменательный час ее прославления, который все знавшие ее жизнь, который все, кто хоть что-то о ней читал, почитал ее поручение, кто слышал о ней, ждали давно. И вот давайте зададимся вопросом, за что же прославляют святых? За что человека, если начинают вдруг изображать на его помню, весь его дрование и печаль, поклоняться ему и молиться ему? Те дела, которыми прославились преподобные игумени Арсения, это действительно были дела любви. 17-летняя девушка Анна Серебрякова возлюбила Бога превыше всего, превыше всей мирской суеты, превыше всей земной красоты, и удалилась из богатого родительского дома в бедную донскую обитель. Пожить здесь она возлюбила своих сестер, монахинь, и она положила всю свою жизнь на то, чтобы их жизнь украсть и хозяйство, и духовную. Она хлопотала в строительстве всевозможных зданий, келий, храмов, домов для священия. 55 лет она прожила здесь, на этой земле. Из них больше 40 она была здесь игуменей.
благовидность послушается сестер в Донецке зовите. Было и такое время, к сожалению. Где мы? Кто? И вы меня рассеяли в любязстве, сестер. Любязство его обитель сказал, когда я не отдали, потому что я не могу выгнать из обители никого, кого ты звала, царица небесная. И вы меня рассеяли, возлюбила бедность всего, казачьих девочек, которых во множестве приводили сюда на воспитание, и начала их учить, начала строить для них школу, начала собирать для них библиотеку, начала приглашать сюда преподавать, учить их грамоте, иконами и иконописи, чтобы у них рукоделие. И таким образом она не имела зачинательницы и вообще женского образования, не только в Донской области, но и на юге России. И даже после кончины ее любовь сестрам своей обители не прекращалась. Мы знаем, что и обитель уцелела молитвами матушки Арсении годы страшной кровопролитной гражданской войны. И потом на долгие десять лет стало домом для множества женщин, которые собрались у нас в изоленной Донской земли. И сейчас преподобный Арсений продолжает являть свои дела и другие ко всем прибегающим ей. Множество свидетельств за все эти годы собрали сестры о том, как люди приезжали сюда и молились преподобный Арсений в своих строках и не в словах. И им приходило благодатным Богом. Вот такими вот делами любви, делами милосердия, подложание Господу Иисусу Христу, подложание Его пречистой Матери, было наполнено жизнью преподобной Матери нашей Арсении. Как же нам, дорогие братья и сестры, снижать хотя бы малую долю такой любви, которая наполняла душу преподобной Арсении и других святых, которые прославили Господь. Да, наша греховная природа постоянно нас останавливает. Даже когда мы хотим явить какие-то дела, даже когда хотим сделать что-то и сделать другие, у нас постоянно бывают какие-то препятствия. Только Господь может нам помочь своей благодатью укрепить нас и поддержать на этом трудном и нелегком пути. Но другого пути, ведущего в Царство Небесное, нет. Современник преподобный Матери Арсении, преподобный Амвросий Мохинский, говорит в таких случаях: если хочешь сбежать Бога, то делай, хотя бы через силу делай это на груди, и Господь видит твои руки, подаст тебе любовь. Вот сегодня мы с вами стали свидетелями того, как на небосводе нашей. Да не всюду ли вас в день будет мне причищение причистых твоих, Господь.
благовестителя, рады вас приветствовать сегодня здесь, в обители Святого Спаса Преображенского монастыря, прославление Господа Сына. Владыка, первое слово вам, потому что без вас ничего не было. Вы в 91-м году сюда пришли, в эту разумку, вы это видели, вы здесь решили, вы здесь останавливались, ночевали с братьями первого монастыря, вот в самых таких условиях, наверное, для человека не очень пригодно, да? А вы вот так смирялись, я думаю, что все это благодаря и спасибо вам. Это огромная работа, которая именно совершалась с этого времени, потому что, как мы знаем, матушка Игумена Арсения была известна уже при жизни святой святости, святой такой святой жизни, да? Вот. И, конечно, эта работа шла 20 лет. Как будто бы вообще-то особенно для нас, для нашей метрополии, для вашей метрополии. Это год 25-летия вашего ступришествия. Это год, когда 25 лет нашего духовного образования 4 ноября. В этот год началось строительство, воссоздание соборного храма Христа Христа. Потому что мы об этом всегда говорили, мы всегда об этом помнили. Спасибо, Андрей Иванович, вам за вашу культуру. Я не перестаю говорить об этом всегда, что именно вы вот так и своим таким трудом и вот усилием на это начали. Спасибо большое. И, конечно, я бы, наверное, окончание этого тоже такое особенное. Это прославление Игумена Арсения. Спасибо Господу, кто здесь трудился. Братья начинавшие здесь, молодые, опытные юноши, вы их всех помните, да? Кто-то живой, кто-то уже умер из них, вот, как вам сюда посылали. Потом, конечно, начала более опытная сестринская, говорится, семья с матушкой, тогда еще монахиня Георгия Муравьева, да, которая как-то уже более опытно могла все это сделать и воссоздать именно благолепие этот храм и этого памятника. И я благодарю всех архипастырей, которые сегодня прибыли на этот праздник, вчера, сегодня, прибыли на этот праздник, вот это как первое все-таки. Я к сыновьям вашим благодарность, я говорю вам, спасибо вам большое. Потому что не было бы вас, не было бы много чего. Меня, как это архиерея Божия, да? Вот, не было бы, наверное, да. Много чего не было бы. Спасибо вам большое, потому что это ваша заслуга, и я без какого-то страсти об этом говорю. Именно с чести смотрю. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Брат от брата подкрепляем, я как град воюем, не одолеваем. Друг друга будем поддерживать. И, конечно, остальные отступают. Я еще сюда.
вместе с вами это теперь уже не будет. Не так просто эти годы сделать. Сейчас храм до 2000. Ну, вообще все другое. Во-первых, я думаю, что Гера я рассказал, я посетил, исторический экскурс сделал, мы попросили, она уже рассказала. Это вам бы. Ну и нам с вами достроить вместе. Право Александра Вискович. Ваше верное слово. Другого там нет, мы договорились. Православные, вам сделали все, чтобы вы душу спасли для Царства Небесного. Вас крестили, вас учили вере, вас учили молиться. И церковь открыта для вас каждый день, каждый час. Вот, посещайте богослужения. И в основном вот такая христианская общественная жизнь в наше время, сосредоточена в приходской деятельности в храме. Но когда-то были большие перспективы для работы. Но известные декреты похоронили много, но нас с вами они не успели. Да путь, в сущности, путь сама жизнь, потому что ее все знали, вот. Она очень многим помогла встать на твердые основания духовной жизни православной, христианской. Вот. Она уделяла всем внимание, добрым словом и, главное, примером своего самоотверженного служения. Каждый ведь из нас несет какое-то свое служение, это не обязательно церковное. Это же участник церкви. Это или любой рабочий, он имеет свою ценность, вот, потому что от качества его труда зависит качество нашей жизни. Так вот, я хочу, чтобы у всех было православное отношение к своему труду, и чтобы наша жизнь качественно стала другой. Всей области оживая душа спасения. Этого вам никто, кроме священника и архиерея, не пожелает. Потому что все заняты своей какой-то сиюминутной деятельностью, направленной на то, чтобы прокормить себя и своих детей, семью, и для того, чтобы как-то утвердиться своей работой в жизни и быть у людей, возможно, на виду. Но быть на виду – это не самое главное. Это даже бывает опасное. Потому что, когда пьяница пьет себе где-то в углу, его никто не... когда он начнет на виду все делать, тогда это будет большой соблазн. Вот я желаю нам с вами, чтобы мы никто не давали соблазна для наших ближних. Наоборот, учились бы Богу молиться и сами, и другим это сообщали. И поймите, что молитва – это нечто такое, что только от Бога нам вообще дано. И что нас с Богом связывает. Связывает вот ощутимо, сердечно, душевно, внутренне. И человек от этой внутренней связи с Богом становится другим, лучшим, чем Бог прежде. С Богом не общается.
Ой, акафистов масса. Может лучше читать перед любой иконой акафист Благовещения Божией Матери, радуйся невеста, не невеста. Это самый каноничный, самый древний и самый надежный акафист. Там глупостей не будет. Тут все на душе спасения.